Новосиварский национальный парк – одна из самых крупных природоохранных территорий нашей страны. Сам заповедник состоит из двух частей – охраняемых островов Сиваше и заповедной косы Бирючий остров, на которой мы с вами сейчас и находимся. Мы очень любим этот заповедник, но, к сожалению, не были здесь аж 2 года. И, конечно, нам будет интересно узнать, что же здесь изменилось за это время. 2 зимы 96-го и 97-го годов оказались очень тяжелым испытанием для равнинных обитателей острова. Осенняя непогода и зимняя стужа, наводнение – все это подкосило численность копытных. Сотрудники парка, проявляя редкое мужество, спасали животных. Большую часть уникального стада удалось спасти. Сегодня все это в прошлом. Стада оленей и ланей спокойно пасутся в степи, близ ериков и временных водоемов. День копытных до невозможности монотонен. Они пасутся, бродят, затем снова пасутся, отлеживаются и снова бродят. Казалось бы, ничто не может сменить вековой уклад и распорядок дня этих животных. Бирючанский олень, хотя является по происхождению гибридом, все же один из самых крупных оленей нашей фауны. В первую очередь, в этом сказывается кровь двух его предков – алтайского амарала и североамериканского вапити – крупнейших благородных оленей мировой фауны. В 50-х-60-х годах, когда Азово-Сиварский национальный парк был еще заповедно-охотничьим хозяйством, здесь интенсивно шли работы по акклиматизации копытных. В здешние места были завезены степные асконийские олени, выведенные в одноименном заповеднике, европейские лани, муфлоны и даже туркменские куланы. На последних здесь никогда не охотились. Остальные же животных здесь выращивали как промысловых. Слава о зачарованном острове, а именно так в те времена называли остров Бирючий, быстро распространилась за пределы тогдашнего Советского Союза. Конечно, те времена невозможно даже спустя почти 40 лет оценивать однозначно. С одной стороны, после завоза копытных в этих местах перестали гнездиться степные птицы. Да и в царских охотах наших политических лидеров также не было ничего хорошего. Но с другой стороны, на территории хозяйства, хотя и искусственно, но было сформировано крупнейшее стадо копытных в Европе. Путешествие по острову Бирючему схоже с африканским сафари. По крайней мере, по обилию копытных здешние места очень напоминают бескрайние просторы Серенгети. Не только в степи, но и в непосредственной близости от человеческого жилья можно встретить занятных существ. Это розовые скворцы. Считается, что эти птицы плохие певцы. Голос их отчасти похож на голос обыкновенного скворца, но грубее и резче. А звуки, которые издают эти птицы, слишком однообразны. Очень часто перелет розовых скворцов с мест зимовки сопровождается затяжными весенними дождями. При первой же малейшей возможности печушки наводят марафет. Перышко к перышку приглаживают они свой наряд. Только сильный порыв ветра время от времени лохматит их прическу на голове, отчего птицы кажутся несколько неряшливыми. Свое название эти скворцы получили за розовую жилетку, в отличие от которой их хвост, крылья и голова черного цвета с зеленоватым отливом. Также, в отличие от обыкновенного скворца, у розового на голове есть хохолок из длинных черных перьев, особенно выраженный у самцов. На протяжении всей поездки мы находились под опекой Сергея Ивановича Олега, старшего охотоведа Азово-Сиварского национального парка. Если бы не его служебная нива, нам едва ли бы удалось добраться до Плавни, мест острова, где также царствуют копытные и водно-болотная птица. Копытные нас повстречали первыми. Для меня до сих пор остается загадкой, что заставляет оленей и ланей стремительно перебегать дорогу непременно перед машиной. Водно-болотные угодья национального парка изобилуют всевозможными живыми существами. Частенько в Плавнях можно встретить ланей. Эти миниатюрные олени в начале весны держатся небольшими группками,
по 2-3 животных. Плавни предоставляют для них и множество корма, и места для лежек. Воистину восхитительное зрелище представляется вашим глазам, когда лани, эти очаровательные обитатели бирючанских равнин, вброд переходят залив Лимана. Иногда кажется, что их движения затруднены, но стоит им испугаться, как они моментально проявляют чудеса прыти. Редкая удача увидеть лебедя и оленей, бегущих по воде рядом. Птице, очевидно, передается тревожность копытных, и после разбега лебедь шумом взлетает. Разворачивается лебедь по всем законам аэродинамики и величественно, с достоинством удаляется. Как и повсюду в заповеднике, в плавнях множество оленей. Здесь же, в плавнях, можно повстречать и куланов. Неутомимые азиатские скакуны пугливы по природе своей и человека особо не жалуют. И все же плавни – это истинное царство пернатых. Здесь множество различных птиц. Утки, бакланы, цапли, кулики, конечно, крачки и чайки. Крачки – отменные рыболовы. Но стоит одной птице вытащить рыбешку, как рядом тут же появляется нахлебник. В данном случае одна крачка исполняет ритуальный танец, имитируя поведение птенца и выпрашивая рыбку. Любопытно, что в 6 из 10 случаев удачливый охотник все же делится с нахлебником своим уловом. В отличие от крачек, куланы появились на Бирючем в результате эксперимента. Поскольку никакой промысловой ценности они не представляли, а следовательно на них никто не охотился, азиатские полуослы очень неплохо здесь себя чувствовали и вскоре размножились. Сегодня, вероятно, бирючанские куланы – самое большое дикое стадо этих копытных в европейской зоне. Весна на Бирючем – период многочисленных птичьих свадеб. В это время можно стать свидетелем не только имитационных, но и настоящих ритуальных танцев. В некоторых из таких танцев крачки также используют пойманную рыбку, но иногда обходятся и без нее. Птицы красуются друг перед другом, обмениваются кивками, чинно такуют, то поднимая, то опуская крылья и головы. Весна на Бирючем частенько выдается дождливой и прохладной. В это время олени не придерживаются каких-нибудь территориальных участков, а широко кочуют по всей территории национального парка. Одни животные предпочитают обширные равнины с сочными кормами и отменным обзором окрестностей. Другие любят держаться в плавнях, где и враг, и ты сам не слишком хорошо заметны. Третьи, как эти молодые самцы, держатся в лесопосадке. Здесь большинство зверей коротают время на дневных лёжках, иногда же спокойно пасутся в зарослях ковыля. Рога самцов еще мягкие и шерстистые. Да и самцы не конкурируют между собой из-за самки. Они мирно коротают время, наполняя свои желудки. Но стоит им услышать треск ветки, странный шум или непривычный запах, как они стремительно обратятся в бегство.